Здравствуйте все, всем добрый вечер, спасибо, что пришли. Давайте, у нас сегодня будет интерактив, это не лекция, я не буду с вами, не буду вам читать что-то занудное, да, не буду учить вас жизни, мы с вами будем разговаривать, вот, поэтому было бы хорошо, чтобы камеры остались открытыми, задавать вопросы по ходу нужно, вот, чтобы мы сразу обсудили, потому что потом вы забудете, что хотели спросить, ну, либо не останется времени. Давайте я сейчас представлюсь. Меня зовут Лилия Скубицкая. Я 21 год работала экономистом, главным бухгалтером, финансистом, финансовым консультантом. То есть фактически с 95 года я в теме денег. Долгое время я занималась не своими деньгами. Я была финансово неграмотной. У меня была хорошая зарплата, но у меня были хорошие финансовые ошибки. Я не боюсь об этом рассказывать. Более подробно я рассказываю на нашем курсе. Все ошибки, которые я совершила по поводу денег, вот, потому что хотелось бы, чтобы люди учились на чужих ошибках, да, но мы обычно на свои собственные грабли наступаем. Вот, в ходе жизни я открывала несколько бизнесов, я их закрыла. Сейчас я живу в Анталии и, в общем-то, работаю вот так вот сама на себя. Я по-прежнему финансовый консультант, я автор нескольких финансовых курсов, я автор финансово-психологической игры, вот, и один из создателей, то есть есть у нас действующий бизнес в Турции, один из создателей онлайн-обменника flymoney.biz, вот, то есть мы работаем на территории Турции. Так, я представилась, у нас 21.05, давайте с вами тогда уже начнем что-то делать, да? У меня первый вопрос. Вот вы прочли «Психология денег», и вы пришли к нам на курс, вот сейчас на этот урок. С какими вообще желаниями? Почему пришли? Кто готов ответить? Что хочется? Ничего не хочется. Ну, понять, наверное, как, ну, что в отношении к деньгам, возможно, неправильно или правильно, чтобы было достаточное количество. Понятно. Ну, именно об этом мы и будем говорить. Людмила, понять, как работают инвестиции, я могу вкратце рассказать. Вы откладываете деньги, и деньги начинают потом работать на вас. Все, это то, что вкратце. Как работают инвестиции, мы разбираем в курсе. А сегодня у нас про психологию денег. Вообще не поверите, вот все, что касается финансов, это все про психологию, потому что вы можете, например, знать, куда, то есть как вы хотите, да, куда вы хотите инвестировать, но как себя мотивировать на то, чтобы отложить, как себя заставить научиться грамотно отложить, как сделать так, чтобы не залезть в кредит, а если залезли, как сделать так, чтобы оттуда быстрее выйти. Вот, то есть это все психология, это все упирается у нас в наше мышление, и об этом мы сегодня будем говорить. Вот почему мы сегодня не имеем столько денег, сколько нам бы хотелось, например? Почему одним все, а другим ничего? Не задумывались об этом? Нам с детства вообще родители говорили, да, то есть я вот помню мое детство, большие деньги только у обманщиков, большие деньги у бандитов, у воров, большие деньги заработать честным трудом невозможно. А еще советский лозунг, помните, нам денег не надо, работу давай. Помните, да? То есть у нас это все, вот оно сейчас в нашей крови все это находится. Вот, то есть моя семья, например, все время жили по принципу лучше маленькая зарплата, но стабильной, чтобы на хлеб хватало. Вот. То есть из чувства выживания, да, все жили. Вот. И мы сегодня с вами просто по блокам будем рассматривать вот психологию денег. И начнем с того, что деньги – это энергия, не просто энергия, да, то есть вот сейчас очень модно вот это слово использовать, там, энергия денег. На самом деле это не просто энергия, это энергия мысли человека. То есть наши мысли дают энергию деньгам, и мы сейчас это будем разбирать подробнее. Энергия работает по законам, и незнание законов не освобождает, как говорится, от ответственности. Да? У нас есть несколько законов, я вам предлагаю их записать, потому что вы все, наверное, не сможете запомнить. Первый важный закон – у вас
денег будет столько, да, нежели богатые, не будем начинать, потому что не знаем как. Вот. Денег у вас будет столько, сколько вы сможете удержать. У кого из вас были такие ситуации в жизни, когда у вас пошли деньги, а потом вдруг резко вот этот поток оборвался? Или, например, вы смогли накопить, а потом вы эти деньги слили? Да, вот что-то произошло такое, и все вот деньги от вас ушли. Почему? Потому что это первый закон. У вас денег столько, сколько вы можете удержать. То есть было такое, да? Второй закон. Вселенная не позволит жить за счет другого. Это очень важный момент, но мы почему-то не хотим это слышать. И на самом деле Вселенная реально так поступает, что мы не можем за счет другого человека жить. То есть проанализируйте тоже, да? Если у вас было такое, то вы все равно чем-то за это платили. Третий закон. Пока мы помним должника, у нас закрывается дверь к деньгам. Если вам кто-то должен, у вас, вы тянете на себя вот эту энергию обид и претензий, недовольство вот это, да? В конце концов, давайте подумаем о том, что вы деньги дали сами, у вас их не украли. И пока вы не простите должника, до тех пор у вас не будет энергии денег. Как простить должника? Ну, это очень сложно на самом деле. Если вам, например, человек должен там эквивалент $100, ну, тут-то можно и простить. А если вам человек должен 10 тысяч или 30, простить бывшего мужа с алиментами, ну, я бы не стала, например, то есть не то чтобы простить, да, во-первых, это его карма. То, что он не содержит своего ребенка, это его карма, и он нагребает больше на самом деле на себя, чем вы. Короче, злиться на него не надо, это его долг. Вот, поэтому там он огребет по полной. Вот. Ну, я всем простила. Так классно, конечно. Вот. Четвертый закон из этого блока. Денег у вас столько, сколько нужно на данный момент, здесь и сейчас. Тоже давайте поанализируем. Нам всегда кажется, что у нас денег не хватает. Но на самом деле, вот на сегодня, да, этих денег, то есть нам не хватает денег, например, там, на завтра, на через месяц, на через 10 лет. Но на сегодня на еду, там, на оплату коммуналки, на все это, у вас же деньги есть на самом деле, да? То есть мы привыкли жить из чувства страха, что у нас не хватит денег. А если принять как закон, молодец, Ольга, простила, и деньги пошли. Класс. То есть вы смогли, если можете, поделитесь, как у вас прошел момент прощения. Как вы это сделали, потому что не каждый может это сделать. Можете буквально в двух предложениях. Здравствуйте. Тут не получится, я сразу скажу. Вы меня слышите? Да, да. Я тоже нахожусь в Турции, живу в Анкаре. Это мусульманская страна. Как да. Есть такое, что такое название, как садага. Ну, садага — это получается, что, ну, вот я тебе даю как бы безвозмездно. Это моя как бы помощь. Я приняла эти деньги, вернее, отдала эти деньги как помощь, ну, благодарю, ну, как ради блага, ради Бога, да, ради Аллаха, допустим. Так я сказала, и так я простила. И все. Ну, круто, у вас очень чистое сознание, раз у вас получилось вот так вот быстро и, в общем-то, отпустить это все дело. Это здорово, на самом деле. Да, да, я привязала это к этому, и мне стало намного легче. Да. Да, молодец. Следующий закон. Деньги притягиваются только у счастливого человека. То есть, заметили, счастливому человеку живется проще, а тот, у кого все время депрессия, вот сейчас так модно это все, депрессия. У меня депрессия. Я тут сижу за одним блогером, и она вот, наверное, очень долго она расписывает, какая у нее депрессия, куда она ходит, к каким врачам, какие она пьет лекарства. Боже мой, я перестала ее смотреть на самом деле, потому что это все угнетается. Вот.
Наша Вселенная очень щедрая, и если мы с вами соединим первый закон, сколько вы можете удержать денег, да, столько и будете иметь, и закон, что у вас столько денег, сколько нужно здесь и сейчас, вот просто возьмите и прорисуйте такую вот стрелочку, да, от одного закона к другому, и потом проанализируйте. А вообще вот сейчас вы записываете, да, напишите, сколько вам денег нужно для полного счастья. Кто-нибудь считал уже из вас, вот сколько денег вас бы устроило, чтобы вы сказали, что все, я абсолютно счастливый человек? На какое время? Шура, сколько вам надо для счастья? 6187 рублей. Нет. А для полного счастья? Нет, не в месяц вообще. Хорошо, что мой юмор плоский. Ну, классно. Давайте так, напишите цифру, которая вам нужна реально. Татьяна, ну, если вам не нравится наш контент, ну, никто же здесь насильно не держит, да, сегодня одна сумма, завтра другая. Для закрытия потребностей это сумма ваших расходов. Я сейчас спрашиваю, сколько вам денег нужно для того, чтобы чувствовать себя счастливой вообще? Вот у вас где-то лежит 1 миллион долларов, прекрасно. А куда вы их потратите? То есть понимаете, куда вы их потратите? Правильно, деньги не сделают никого счастливым, правильно? Не делают, абсолютно правильно. Счастье у нас в голове. Смотрите, если вы получаете, если вы покупаете вещь только потому, что она есть у кого-то, да, она вам счастья не приносит. Вы эту вещь, ну, не то, что вы теряете деньги на этом, вот. Но если вы купили, и эта вещь приносит вам безумное удовольствие, то вы притягиваете еще. Понимаете, как это работает, да? Если вы покупаете из чувства зависти, что вот у этого человека есть, а у меня нет, то это про зависть, про потребительство, про то, чтобы казаться богатым. Казаться, а не быть. А еще, не дай бог, и в кредит это все берется. Вот. Куда вы тратите эти деньги? Вот проанализируйте, если вы сейчас накидали там хотя бы пару пунктов, проанализируйте, насколько эти деньги потрачены на вас лично. То есть, возможно, вы написали, что там надо купить квартиру ребенку, там, возможно, вы написали там что-то про родственников, да. Вот этот миллион долларов, который был написан, насколько он про вас, насколько он про закрытие именно ваших потребностей. Да, деньги притягивают деньги. Это один из законов, мы про него дальше поговорим. Инвестиции, путешествия, обучение. Это круто, да. Вот. Идем дальше. Как только вы написали, куда вам нужны ваши деньги, вам нужно суметь сконцентрироваться на этом. Вот, если вы хотите вот этот миллион долларов и не знаете, куда потратить на себя, да, или, например, там, хочу купить за миллион долларов дом, а как вы будете содержать этот дом? То есть у вас должно быть все уже в голове сложено. Вот. Понимаете? То есть нужен четкий-четкий план. Сколько это стоит и как вы это будете содержать? Что еще я хотела сказать? На курсе финансовой грамотности я учу людей мыслить в долларах или в еврох, да, более стабильной валюте доллара или евро, вот, но когда, если вы живете не в той стране, которая с долларами и с евро работает, вы должны считать все-таки в национальной валюте. Почему? Потому что национальная валюта, она, ее эгрегор сильнее, чем, ну, например, мы живем в России или в Украине, да, или в Турции, вот, и мы здесь мыслим долларами, но здесь все-таки национальная валюта другая, поэтому цены, все, что я пишу, например, там, квартира, я пишу в лирах, вот, например, путешествия, да, тоже я пишу в лирах, я понимаю в долларах, сколько это, но я перевожу, то есть беру курс, умножаю, перевожу, вот, поэтому, если у вас есть какие-то желания, вы должны четко совершенно знать до копейки, сколько это стоит. Ну, семья, дети, хорошо, семья, дети, классно. Мы, девочки такие, мы обычно даем всем, кроме себя.
То есть мы будем работать, мы будем оплачивать всех, детей, родственников, мужей, да, но про себя мы не подумаем. И потом у нас возникает вопрос, нужно деньги на лечение. Да, почему? Потому что вовремя мы себе техосмотр не провели. То есть я вот недавно абсолютно разговаривала с человеком, который имеет бизнес машины у него, он машины в аренду сдает. И я ему объясняю, ты понимаешь, говорю, ты свои машины, ты их регулярно чинишь, что ты делаешь со своим здоровьем? Он прям завис, потому что мы не привыкли заниматься собой. Вот. Да, нужно сначала любить себя, не все понимают, как это. Вот. Дальше, вспоминаем с вами второй закон. Вселенная не позволяет жить за счет кого-то другого. Тут есть одно такое вот волшебство. У нас есть последствия нашего советского воспитания, и очень часто мы выращиваем детей, даем им высшее образование, и дальше мы их все равно содержим. Мы им покупаем квартиры, мы им даем деньги. Есть такой момент. Или, например, вам родители что-то дают. То есть поток пошел в другую сторону. Может быть, вы знаете таких людей, может быть, у вас где-то есть знакомые такие, у которых родители содержат взрослых детей. Смотрите, если, ну, 50 тысяч долларов, хорошо, да, главное, чтобы было комфортно. Вот, по поводу содержания детей, это глобальная ошибка, потому что Вселенная, вспоминаем, не даем жить за чужой счет. Если мы живем, зарабатываем деньги для детей и все детям отдаем, то мы начинаем болеть, а дети начинают нищать, и дети перестают зарабатывать деньги. Проанализируйте, если у вас, например, в вашей семье вот такой денежный поток, и взрослый человек не может заработать, вполне может быть, что там какие-то проблемы именно с родительской стороны, что родители как бы говорят, ну ты же для меня все время будешь ребенок. Ну как же так? Ну пока я твоя мама, я буду тебя содержать. Знаете такие случаи, да? Я знаю не только с 90-х, поколения 90-х. Я знаю такие случаи и раньше. Особенно, когда вот взрослый сын живет с мамой. Остается жить с мамой, такой весь маленький сыночек, да? Вот, и мама его содержит. Ну, она вот... ей так удобно. Вот. Следующий момент – это концентрация. Родителям давать можно, да, если они уже не работают, и у них, естественно, пенсия маленькая, да, конечно. То есть поток в это время должен развернуться в другую сторону. Это нормально. Это нормально. Вот. А, да, в 90-е были детьми, да. Да, есть такой момент. Вот, перестройка пошла такая интересная. Вот, смотрите. Для... Мне не очень видно чат полностью, так, всю жизнь спорю с мамой, когда она пытается давать деньги, обижается, а я проверяла каждый раз, когда беру такой подарок, у меня свои доходы пропадают, 100%, так и есть, смотрите, эти деньги можно, например, если мама сильно обижается, эти деньги можно взять и положить на отдельный счет. Для чего? Для того, чтобы потом их ей вернуть. Купить ей что-нибудь дорогое, да, или там вложить куда-нибудь на ее имя. Не знаю, просто нужно схитрить, потому что мы не можем сказать, все, мама, давай, до свидания, да. То есть мы можем как-то спокойно на это все реагировать, но поступать по-своему. У каждого про свое. Ну да, да, потом дарить что-то дорогое. Да. Дальше, смотрите, когда вы поставили себе цели, что вы что-то хотите, да, у вас должна быть очень хорошая концентрация на этой вещи. Ну, например, то есть вы понимаете, например, какую машину вы хотите купить, какого цвета, как она должна выглядеть, найдите картинку в интернете этой машины, поставьте на заставку на телефон хотя бы. Или я надеюсь, что у вас есть вот альбом мечт, альбом мечтаний, не знаю, как правильно. Вырежьте ее откуда-нибудь, опять же, распечатайте из интернета, найдите, распечатайте, вклейте, вот, и пусть она будет. Вот, да,
ну, не просто список желаний, а должна быть еще рядом цена проставлена. Карта желаний, если она висит на всеобщем обозрении, она теряет свою силу, потому что люди обесценивают, люди заходят и говорят, фу, блин, ну что ж такое. Вот, то есть идет энергия зависти, и это все уходит. Вот, да, надо закрывать просто. Я вешала в шкаф, но у меня больше работает альбом желаний, который сложен просто где-то в тумбочке, да, который никто не видит. Вот. Поэтому не просто я хочу там дом или машину, я хочу вот такое-такое, и стоит оно столько. Вот. И почему мы должны это знать? Потому что Вселенная в итоге начинает концентрировать возле нас деньги, вот именно эту стоимость. Вот. Что еще работает? Очень хорошо работает визуализация, что это уже у вас есть. То есть вы уже ездите на этой машине, или вы уже живете в этом доме, да, вплоть до того, что вы чувствуете даже запах еды там. Она не может дать это без помощи денег. Смотрите, она либо даст вам возможность заработать, либо даст вам подарок, либо даст нужных людей не в виде денег. Да, может быть в виде денег, а может быть и не в виде денег. Вот. То есть у меня, например, дочка мечтала объездить очень много стран. Да, но вы как вы понимаете, то есть у меня-то воспитание еще советское, вот, и я вообще не понимала, как у нее это получится. Ну, она сломала мою картину, картину мира, она просто устроилась в туристическое агентство, и все, она объездила всю Европу, она объездила Азию, да, а у меня в голове-то этого не было. А ей еще за это и деньги платили, то есть, понимаете, она и мир посмотрела, и деньги заработала. Вот, то есть вообще хорошо, и ничего не тратила. Вот. Поэтому, смотрите, делаем заставку на телефон, на компьютер, и пусть это все притягивается вот таким образом. Следующий закон – это закон изобилия. Мы про него вообще почему-то не хотим знать. Закон изобилия звучит так. Изобилие создается изобилием. Вот это про фразу «деньги притягивают деньги». Поэтому, смотрите, когда мы умеем быть щедрыми, когда мы делимся, когда мы умеем дарить подарки, это классно. А у кого возникает чувство, вот когда вы купили что-то, и возникает чувство, вот жалко, что деньги потратил. Есть такой момент? У кого бывает? Бывает, да. Тоже, это тоже про щедрость, это про изобилие, да, это про то, что если я уже что-то покупаю, то это мне нужно. Смотрите, вы когда будете действительно реально, вот вы увидели что-то, вы что-то увидели, вам что-то очень сильно захотелось, вы оцените это с позиции такой, я это хочу или мне это надо. Если вы решили, что вам это надо, покупайте и не жалейте. Деньги к вам придут. Я вот заметила, что действительно, когда я покупаю нужную вещь, мне деньги возмещаются, причем возмещаются еще в большем размере. Потому что я покупаю вещь, от которой я кайфую. У меня нет много вещей на самом деле. У меня нет в квартире, то есть я постоянно переезжаю, и реально у меня самое необходимое. Вот. Но то, что у меня есть, я от этого кайфую. Да, когда надо, то не очень. Вот. Очень рекомендую про подарки, даю лайфхак. Заведите, пожалуйста, себе отдельный счет в интернет-банкинге, можете завести там у каждого свой банк, не могу порекомендовать, но, например, в украинском банке у меня есть такие счета, у меня есть два счета, один называется «Магнит», в который я просто регулярно скидываю какие-то деньги, пусть они даже небольшие, но я тем самым показываю, что у меня счет растет. И второй счет у меня называется «Подарки». Что я сделала? Я просто взяла, примерно прикинула сумму, кому я дарю подарки вот за год, сколько мне нужно денег, и разделила эти деньги на 12, и регулярно каждый месяц я скидываю туда какую-то сумму, чтобы потом, знаете, как в таком кошмаре не бегать, вот как у меня есть подруга, у нее четверо детей и муж. У нее день рождения в июне, у мужа в сентябре, у одного ребенка в октябре, у троих в ноябре, а потом сразу Новый год. Ну, то есть представляете, да?
вот этот вот трэш по поиску подарков, деньги и все остальное. Вот, и она не собирает эти деньги целый год. Вот, то есть я вам просто рекомендую завести счет на подарки, и тогда у вас будет, да. Нет, не надо заставлять себя полюбить то, что не нравится. Не надо, просто воспримите это как обучение. Смотрите, наверное, в следующий раз просто будете более избирательно подходить, и все. Знаете как, не жалейте. Возможно, вы должны были за что-то заплатить. То есть вот это тот круговорот денег, возможно, вам что-то пришло бесплатно, а вам нужно было заплатить. Мне очень нравится такая фраза: «Спасибо Господи, что взял деньгами». Вот, поэтому воспримите это то, что вы просто оплачиваете за что-то. Возможно, вы и не знаете за что. Вот. Так, про закон изобилия. Да, деньги нужно отпускать, и деньги должны иметь простор. Вот, то есть вы не должны жалеть, потому что вы их потратили. Я понимаю, что наша ментальность, она нам не позволяет, да, вот это вот не жалеть. Вот. Ну, если уже потратили, все, потратили, отпустите эту ситуацию и уже забыли. Да? Хорошо, что взяли деньгами, а не здоровье. Вот. Еще один маленький момент. Деньгам нужен простор. Я рекомендую вам пересмотреть, что у вас есть в квартирах. То есть я по поводу расхламления. Если вы вещи не носите там 2 года, отдайте их кому-нибудь, они кому-то принесут пользу, а у вас освободится пространство. Это хорошо работает. Вот не зря у нас в наших традициях было, да, там на Пасху расхламляться, и еще там когда-то там перед Новым годом. То есть пересмотрите не только квартиру, пересмотрите гаражи, пересмотрите, что у вас там в машинах лежит, пересмотрите все везде. Возможно, вы сможете это продать, возможно, вы сможете это подарить, но тем самым вы освободите себе денежную энергию. Вот. Что еще? Хочу сказать вот что. Если у кого-то есть кубышки, хорошо. Если у кого-то есть дома такие вот копилочки или там какие-то конвертики, куда вы складываете денежку, чтобы накопить на что-то крупное, смотрите, это неподвижные деньги, которые тоже прекращают двигать энергию. Что нужно сделать? Вот вы собрали деньги, периодически хотя бы поменяйте там купюры. Просто возьмите там, ну, допустим, вы более мелкими собирали, да, мелкие выньте, более крупные положите, вот, или как-то, да, то есть регулярно устраивайте там хотя бы раз в месяц ревизию, чтобы эти деньги условно у вас двигались, условно, да, вот. Неподвижные деньги, какие еще бывают деньги? У моей бабушки в шкафу стояла коробка, на которой было написано ручкой «На черный день». У кого есть копилочка на черный день? Никто не признается, да? Смотрите, вообще понятие вот откладывать на черный день, оно же пришло откуда-то оттуда, да, от наших предков. Вот почему? Потому что нет, на черный день и подушка безопасности — это про разные. Вот у наших предков регулярно наступал черный день. Ну вот у меня бабушка, она пережила голодомор, она пережила плен немецкий, да, вот. И у нее вот из-за вот этих страхов у нее все время вот лежали какие-то денежки на черный день. Коробочка опустошалась, потом опять туда все складывалось. Вот, я предлагаю все-таки складывать не на черный день, складывать подушку безопасности, либо там на отдых, ну просто такая же коробка, но написать туда что-нибудь радостное, вот. Там можно оставлять для отдыха, там, для подарков, да, для чего-то там, для праздников каких-то семейных, вот, но никак не на черный день, потому что черный день в итоге приходит. Вот, что еще? Деньги не терпят к себе хамского отношения, вот как обычно мужчины берут, комкают деньги в карман, кладут, вот, они за это очень мстят. Когда-то у меня с бывшим мужем была такая ситуация. Он тоже не платит официально алименты, вот, приходится деньги все время просить на это дело. И вот я ему позвонила и говорю: дай мне, пожалуйста, $100, очень надо для ребенка. Вот. У меня сейчас денег нет. Ладно. Звонит на завтра в жуткой истерике,
это все из-за тебя. Я говорю, что случилось? Между нами 2500 километров. Он говорит, я вчера потерял $1000, скорее всего, что я вынул ключи из кармана, ну и там в карманах все, ключи, там какие-то карточки, там эти деньги, все. И, скорее всего, он этими ключами задел деньги, они просто где-то выпали, и он их потерял. Вот. Закон следующий. Если женщина просит, умри, но дай. Вот. Поэтому, если реально, вот что касается алиментов, да, то есть я просила даже не на себя, я просила на ребенка. Поэтому, если мужчина не выполняет свои обязанности по поводу ребенка, это наказуемо. Наказуемо даже не государство. Вот. Про что я говорила? Вообще я говорила про уважение к деньгам, да, то есть не стоит деньги мятые бросать в карман, там, особенно в задний карман, вот. К деньгам надо относиться уважительно и иметь хоть какой-то кошелечек. Вот. Поэтому посмотрите, если ваши мужья деньги носят в карманах, ну, подарите ему нормальный кошелек, который ему будет удобный, маленький, который складывается, который тоже помещается в карман. Вот. Мужчины, они очень консервативные, вот, и они не меняют, скажем так, жизнь, как меняем мы. Вот. Так, сколько у нас времени? Да, я купила кошелек давно, лет 10 назад, я его обожаю до сих пор. Вот это та вещь, которую я купила, она стоила в 2 раза дороже, чем я могла себе позволить, но я ее просто, вот каждый раз, когда я его беру в руки, у меня просто какой-то кайф наступает. Вот. И кошелек выглядит как новый, кстати, вот 10 лет, и ничего с ним не произошло. Вот. Что еще мешает нашей энергии денег? Наша жадность. Вот это болезненное нежелание отпускать деньги. Да, пусть лучше вот оно у меня вот там вот полежит в кубышечке, вот, перетерплю как-нибудь, да, там не куплю себе вещь, которая мне нужна. Вот. Вот это состояние, оно тоже может приводить к большим потерям. Я уже не буду говорить о том, что деньги в государствах меняются и так далее, да, вот, но просто, что вот эта жадность, которая, пусть оно полежит, вот, оно тоже очень сильно тормозит. Вот. А что еще? Ну-ка скажите мне, что вы умеете больше, давать или брать? Что вам больше по кайфу, что вам больше давать? А брать? А кто умеет брать? Вот смотрите, да, надо учиться этому, и действительно, брать очень сложно, да, потом мы еще, девочки, думаем, почему нам мужчины ничего не дают, да потому что мы не умеем брать на самом деле, да, мы же такие все бескорыстные, мы же такие все я сама и так далее, да, вот, возникает ощущение обязанности, потому что мы не берем взятки, мы не хотим быть в долгу, да, то есть нам проще самим отдать, вот, в итоге, да, что мы можем человеку что-то подарить, а в ответ принять мы не можем. То есть, понимаете, у нас тоже перестает циркулировать вот эта энергия. Вот, поэтому пространство нам возвращает, и нужно уметь взять к тому же, да? Вот. Что еще мешает энергии денег? Вот не поверите. Ожидание благодарности. Вот запишите, если вы кому-то сделали что-то, не ждите от человека благодарности. Вот знаете, у меня есть родственница, она все время так убивается, вот я для них, а они неблагодарные. И я все время удивляюсь, что ты ждешь благодарности-то? Почему? Ну вот, ну я же. Вот, понимаете, то есть, например, родители ждут благодарности от своих детей. Есть же, ждем же, правда? Трудные. Давайте брать, да. Да. Есть закон благодарности, да, есть закон благодарности. Но смотрите, если вы человек благодарный, это и так понятно, вам что-то сделали, вы в ответ благодарите или еще подарки какие-то делаете, да. Но если вы что-то делаете, ну не ждите этой благодарности. То есть, опять же, это не ваша жизнь. Это ваша, это то, что вы сделали. Вот. А то, что сделали вам, это уже не ваше. Вы за это отвечать не будете. Вот.
Так. Вот. Хотела что еще вам рассказать? Рассказать про Киясаки. Как учил Киясаки распоряжаться деньгами? Он рекомендовал делить деньги, входящие, на 4 таких вот кучки. Первая кучка – это 10%. В идеале, смотрите, кто-то вот написал, что уже не пользуется наличкой, да? Не пользуйтесь наличкой. Вы можете не пользоваться наличкой, если вы умеете управлять безналичными деньгами. Безналичные деньги контролировать очень сложно. Согласитесь, вы когда идете в магазин или там на рынок, да, и вы платите, вы понимаете, сколько через ваши руки проходит денег. А когда вы даете карту, вы не понимаете. И вы не понимаете, сколько там осталось. Вот. Поэтому, да, поэтому... Ну, возможно. Смотрите, я 21 год отработала бухгалтером, и у меня есть этот навык считать именно безналичные деньги. Но для обычного пользователя, обычный процент, 90% людей, они не понимают, сколько осталось на карточке. Вот, в идеале снять деньги наличкой, разделить на 4 кучки. Куда 4 кучки? 10% мы отдаем кому? Кто знает. Да ладно. Себе. Ага. Да, все правильно. 10% мы отдаем себе. Татьяна, молодец. Каждый день проверяйте в приложении движение денег. Не все это делают. Не все. Особенно те, которые не могут с цифрами соприкасаться. Реально. Есть такие люди, для которых это болезненно. Просто открыть приложение и посмотреть, сколько там осталось. Вот. Потому что это стресс. Вот. Подозреваю, что вы тоже работаете с цифрами, поэтому для вас это нормально. Для творческих людей это просто ужас какой-то, вот все эти проверки. Вот. Ну, да, у вас так положено. Вот. Смотрите, 10% мы платим себе однозначно. Что такое платим себе? Это те деньги, которые вы положите, и фактически они забудете до того момента, пока вы не сможете или не захотите работать. То есть вы их откладываете и инвестируете. Это самое первое, что вы должны сделать, это деньги. То есть как обычно поступает наш народ? Так, получили деньги, сейчас быстренько надо купить там что-нибудь, борща сварить, сейчас надо там заплатить коммуналку, там еще что-то, там у детей там что-то новое купить, да. Все, отложу, что осталось. А что обычно осталось? Ничего. Вот, осталось обычно ноль. Поэтому меняем. Вы себя с утра проснули, стянули с дивана и потащили на работу. Но даже если вы не потащили на работу, а работаете из дома, вы встали и пошли что-то делать. Вы считаете, что деньги, которые вы зарабатываете, это ваши деньги. На самом деле нет. Ваши деньги – это только те деньги, которые вы платите себе. Ну, больше. То есть 10% откладываем себе, 10% мы откладываем на долгосрочные покупки. Это что? Это шубы, квартиры, машины, бриллианты, чего там, путешествия такие глобальные, да? То есть 10%, 10%. Еще 10% предлагаю разделить между подарками и благотворительностью. Как пойдет, решать вам. Остальные деньги у вас остаются на жизнь. То есть на ваши насущные расходы, на развлечения и на обучение. Более подробную схему мы учим уже там на втором уроке, по-моему, у нас. Вот. Поэтому смотрите, кто не умеет обращаться с безналичными деньгами, я вам рекомендую просто снимайте наличку, раскладывайте на кучки. Круто, если 40% можно отложить, это вообще шикарно. Немногие могут отложить даже 10%. Вот, 40 – это идеально. Вот. Поэтому учитесь пользоваться наличными. Какой еще лайфхак? Вы когда получили деньги, оставьте их переночевать дома. Обычно как мы делаем? Мы вот сейчас зашли деньги на карточку, например, да, и мы тут же несемся в магазин, потому что нам надо какие-то дырки позатыкивать. Вот. Оставьте эти деньги до завтра. Пусть они, даже если они на карточке, пусть они дома переночуют. Да, с каждой суммы, ну,
Татьяна, если приходят не раз в месяц, просто настройте, например, там сегодня $100 пришло, отложите 10, завтра пришло $500, отложите 50, конечно, потому что вы потом не соберете это, потом это будет глобальная сумма, и вас жабка подзадавит, и вы скажете, да ладно, в следующий раз. Вот. То есть деньги должны переночевать дома, понятно, да? Вот, а потом уже делите их на кучки. Вот. Из каких денег мы занимаем? Из тех денег, которые мы откладываем на ежедневный доход. Вообще шикарно, шикарно просто. Вот каждый день платите себе. Есть такой ритуал «заплати себе». Каждое утро откладываете себе на счет на долларовый, там доллар, два, три, пять, сколько вы там хотите. Вот. По поводу долгов. Если к вам пришли занимать... Когда вы занимаете, вы должны понимать, что эти деньги, ну, как бы себе условно в голове, нужно отметить, что вы их дарите. На самом деле, вот так. Потому что потом я вам один из первых законов озвучивала, да, что пока вы помните о должнике, у вас не идут деньги. Вот, поэтому давайте только то, что можете подарить, либо не давайте совсем. То есть с друзьями мы ссоримся как? Из-за того, что кто-то кому-то одолжил денег. Проще не одолжить и не поссориться. Вот. Да, правильно. Уже в долг. Я уже тоже в долг не даю. Да, уже тоже много. Свой лимит уже перелимитил. Вот. Что еще? Деньги связаны с нашими мыслями. Вот энергия. Угу. Энергия наших денег связана с нашими мыслями. Что еще мешает нашим деньгам? У нас есть установки, например, деньги – это зло, нужно купить подешевле, да? Это только для богатых, жизнь несправедлива, одним все, другим ничего. А что еще? Никто мне не поможет, деньги даются тяжело. То есть у каждого свои установки, да? Там, богатым быть опасно, могут убить или еще что-то, надо терпеть, поясок затягивать. Вот. Эти мысли-формы, они формируют вообще всю нашу денежную систему. Вот. Если мы вот эти мысли-формы уберем, то есть в самом начале, да, кто-то из вас написал, почему вы пришли сюда, чтобы не терять деньги. То есть на самом деле, да, не терять. Ну, правильнее, наверное, было бы сформулировать «сохранить деньги». Не терять, а сохранить. Вот, потому что это слово наоборот, оно притягивает деньги. Например, я могу себе это позволить, все в моих руках, у меня всегда есть деньги на все, что мне нужно, и даже больше. Вот. То есть, что еще можно? Финансовая свобода, деньги работают на меня, деньги лежат под моими ногами. То есть, вот такие вот фразы, которые действительно, они перепрошивают ваше сознание. Еще что заметила, разговаривала сегодня с подругой и говорю, почему ты не поднимаешь ценник? У нас в Турции очень резко выросли цены, то есть доллар с 8 подпрыгнул до 18, и сейчас он держится где-то в районе 13,50, 14, не помню сейчас сколько. Вот. Но цены не опустились, естественно. Вот. И я ей говорю, почему ты работаешь, ты берешь за свою работу $5 за час, это ненормально. Вот. Ответ. Люди все нищие, и у людей нет денег. Вот понимаете, если все так будут говорить, то это формируется вообще вот такой большой-большой такой эгрегор, который, ну, негативный, да, негативный денежный эгрегор. То есть сейчас все думают, что у всех нет денег. Вот. Что еще? Почему еще не приходят деньги? Из-за вашего окружения. У кого в окружении много успешных людей? Вот на самом деле, обратите внимание на круг ваших знакомых, и те люди, с которыми вы общаетесь чаще всего, 5 человек, просто проанализируйте, сколько они зарабатывают, возьмите, вычислите среднюю зарплату, это будет то, что получаете вы. Вот, окружение, оно влияет очень сильно. На самом деле. Как менять окружение?
менять окружение, можно выходить куда-то на какие-то собрания, встречи. Сейчас, благо, очень много всего такого происходит, очень много людей, которые собираются там на бизнес-завтраки, еще куда-то, да, то есть возьмите немножечко, по чуть-чуть, не сразу все ломайте, да, там все, этих подруг, до свидания, вот, я буду идти там туда. Онлайн-общение в счет, конечно, в счет. Если вы регулярно на зумах где-то встречаетесь с людьми, у которых с головой все в порядке, конечно, в счет. Вот. Какую еще игру могу предложить? Представьте себе, что вы выходите из дома, а у вас в кармане или в сумочке лежит 50 тысяч долларов. Вот представьте, да, что у вас эти деньги есть, и вы можете пойти и их просто так потратить. Отследите, что у вас внутри происходит, какое чувство поднимается внутри. А скажите, пожалуйста, у кого из вас в кошельке есть заначка? Угу. Хорошо. Какое чувство от этой заначки? Что, больше ни у кого нет? А в камеру показывали, что есть, да. Ага. Успокаивает. На самом деле, смотрите, это не спокойствие, это, скажем так, личное самоощущение себя, да, того, что вот у меня есть деньги. То есть это деньги не для того, чтобы вы их тратили, но если вдруг что, эти деньги у вас есть. Да, это про уверенность, про ощущение себя. То есть если вы выйдете с пустым кошельком, и если вы выйдете с кошельком, в котором лежит хотя бы 500 долларов, это уже про разное. Вот, поэтому попробуйте поиграть в такую игру, просто представьте себе, что у вас в сумочке лежит реально 50 тысяч долларов, и это деньги не для того, чтобы купить квартиру, да, вот, а для того, чтобы их действительно потратить. Вот. Кто такой богатый человек? Богатый человек, вот мы все думаем, что это человек, у которого куча денег. На самом деле не так. Первое, это человек, у которого есть семья, да, то есть это такое вот родовое гнездо, семья, это человек, у которого есть здоровье, и это человек, у которого есть мозги. То есть если человек способен создавать деньги, он реально богат. Если нищему дать миллион, вот смотрите, есть же случаи, да, когда люди выигрывали миллион в лотерею, или там несколько миллионов. И через время люди этот миллион теряли. Почему? Потому что у них нет бизнес-мышления, у них нет вот этого широкого мышления, как можно создать деньги, да? Как научиться создавать деньги? Опять же, все начинается со смены окружения. Все, что вас окружает, потом мы меняем поведение. Вот, у нас появляются способности и возможности, и, соответственно, мы притягиваем к себе уже совершенно другие деньги. Но пока вы будете общаться, как говорится, с нищими, вот-вот, вы там и останетесь. Постепенно-постепенно нужно выходить на другой уровень. Вот. Следующая причина, по которой могут деньги не приходить, это страх действий. То есть проанализируйте, чего вы боитесь. Мы боимся, что вдруг не получится. Мы боимся потерять на этом деньги, да, мы боимся, что, а вдруг получится, и что с этим делать дальше. На самом деле страх успеха – это такой же сильный страх, как и страх неудачи. Еще даже неизвестно, что сильнее. Мы боимся вкладываться, мы боимся брать кредит, мы боимся, что кредит можем не вернуть, мы боимся организовывать свое дело, да, то есть вот, вот это все, страх действий, тоже проанализируйте, есть ли он у вас, и какой именно. Однозначно, свое дело явно не для всех. Кто-то может быть шикарным наемным работником, высокооплачиваемым, вот, и может даже зарабатывать больше, чем бизнесмен или самозанятый человек. Вот. А кому-то, ну просто вот, я, например, я 21 год ходила в офис, я просто, как сказать, я очень любила свою работу, но я выгорела. Я перестала, я стала ругаться с налоговой, то есть это уже называется профессионально выгорело, да, и я уже не смогу вернуться в офис. Вот, то есть тут тоже надо понимать, кому что хорошо, в какой период времени. Вот, что еще нам мешает нашей денежной энергии, наше промедление. Сейчас мы живем в такое время, когда мы, если мы медлим, мы не стоим на месте, нас отбрасывает назад.
помните, как в «Алисе в стране чудес»? Чтобы попасть куда-нибудь, надо бежать. Нет, чтобы оставаться на одном месте, надо бежать. А чтобы попасть куда-нибудь, надо бежать в два раза быстрее. Вот. Вот это сейчас про нас. Хотя сказка была написана давно. Вот. Поэтому все, скажем так, все мысли, все в нашей голове, неудача и удача там же, вот, и как мы формируем нашу мыслеформу, вот это мы и получаем. Что еще мешает нашим деньгам? Мы не умеем распоряжаться деньгами, нас не учили, как правильно ними распоряжаться, вот. Нас научили пользоваться кредитами. Лучше дзен, чем нет. Да. Этому тоже надо учиться. Скажите, пожалуйста, у кого из вас никогда не было кредита? Ни потребительского, ни ипотечного, ни на бизнес. Никогда. Здорово. И вот еще одного человека вижу в камеру, да. Хорошо. Вот. Но... Все сейчас, вся реклама, вся построена на том, что бери сейчас, плати потом. Кредиты – это очень плохо, потому что они загоняют нас в зависимость, они понижают нашу самооценку, и сегодня мы приобретаем то, что мы еще не заслужили. Понимаете, если у вас нет денег на эту квартиру, а вы берете ее в кредит, вы залазите в свое будущее. То есть вы не заработали еще эту квартиру, вы хотите ее иметь сейчас. Я вот уже не удивляюсь тому, что, ну, например, я живу в Турции, я здесь квартиру не покупаю, я ее снимаю. И мне так намного проще, я вам скажу, намного дешевле снимать квартиру, чем купить самой. На самом деле, вот окупаемость, да, квартиры, она очень удобная. Вот, поэтому, но нас научили, что нужно иметь свои стены. Лучше загнать себя в кредит на 30 лет, вот, но зато это твои стены, где ты можешь вбить гвоздь, да, в свою стену. Все берут в кредит, только так можно что-то иметь. Не факт. Вот. Так, сколько у нас времени? Что еще хотела сказать? Смотрите, мы не видим будущего. Что еще блокирует наши деньги? Мы не видим будущего. У кого из вас есть план на 10 лет вперед хотя бы? Кто-то прописывал такую вещь? Вот смотрите, да? Жить здесь и сейчас, сегодня, не означает жить одним днем. Вот психологи, они все говорят, там, не надо жить в прошлом, не надо жить в будущем, надо жить сейчас. Это не касается денег на самом деле. Прописывала, но не следовала, ну, потому что прописать и без плана это все прописать, оно не будет работать, это все. Пандемия нас всех очень сломала, понимаю. Вот, то есть планы корректируются обычно раз в полгода. Вот. Я к тому, что про будущее, да, то есть вот у вас есть какой-то план глобальный, там, хочу, ну, например, через 10 лет, как я себя вижу через 10 лет, просто попробуйте понять, где вы, с кем вы через 10 лет, какой вид из вашего окна, кто вас окружает, возможно, вам и не понадобятся эти ваши цели, которые у вас есть сейчас, то есть вы идете к чему-то, да, например, там купить квартиру где-то в каком-то городе, а на самом деле у вас в голове картинка, что из вашего окна виден океан. Вот. Татьяна, да, я слежу за новостями, цифровые деньги, это очень плохо, по моему мнению, то есть все думают, что это криптовалюта, на самом деле это не криптовалюта, вот, криптовалюта это такая вещь, которую отследить невозможно, да, скажем так. Цифровые деньги – это как раз для того, чтобы отследить, что вы покупаете и зачем вы это покупаете. И в любой момент, чтобы эти деньги выключить. То есть это действительно так, ну, не знаю, поможет ли борьба или не поможет, не знаю, не могу сказать. Ну, вот. Ну, смотрите, да, привязывать к куску асфальта. Просто попробуйте написать, как вы себя видите через 10 лет.
То есть вот, например, вам сегодня 40, как вы видите себя в 50? Людмила, может быть, вы выйдете замуж, и у вас будет виден океан из вашего окна. Не поверите, у меня есть знакомая грузинка, ее муж очень гнобил, настолько гнобил, что это просто, мне ее так жалко было. Вот. И в очередной раз просто случился какой-то скандал, он выставил ее чемоданы, сам подал на развод, вот. И все, и она ушла вообще никуда просто. Прошло время, и я узнаю, что она живет в Испании на берегу океана, она рисует какие-то свои там картинки, она там что-то какой-то художник, вот. И все, они счастливы вместе с мужем. Представляете? Да. Вот, да, про потребительство. Потребительство – это, конечно, страшная вещь, вот, поэтому я же говорю, что когда покупаете вещи, нужно брать осознанно. Если вам это действительно нужно, берите. Если просто хочется, ну, это просто слив денег. Вот. Так, у нас с вами, наверное, уже закончилось время. Полина, скажите, пожалуйста, да, у нас час. Еще вот час вот буквально заканчивается. Ага, ну, хорошо. Если нужно, можем задержаться. У меня есть еще, да, несколько минут. Вот, что я хотела сказать? Я хотела сказать, что вот заначку обязательно запланируйте себе заначку в кошельке носить. Собирайте ее постепенно. То есть я не говорю, что сейчас прям положите сегодня там 500 евро туда, да, постепенно, 10, 50, 100 и так далее, да, чтобы вы просто постепенно привыкали к этим деньгам. Если у вас будет страх потерять эту заначку, значит, вы к деньгам не готовы. То есть отслеживайте свой страх. Если 500 страшно, положите сейчас 50. Вот. Что еще? Нужно развиваться, конечно же, да, покупать литературу, покупать тренинги, которые будут расширять сознание, и от обучения вот этого границы мышления расширяются, и больше уверенности появляется в себе. Вот. По поводу окружения. Окружение однозначно меняйте, ищите людей, которые действительно реально поднялись сами, то есть это не из-за наследства, не из-за чего-то еще, то есть они поднялись сами, они могут вас научить тому же. Просто наблюдайте за этим человеком, как он проживает свои кризисы, как он какие-то преграды проживает, да, вот. Что еще? Уровень финансов зависит от уверенности в себе, как в эксперте. То есть многие говорят о том, что уровень финансов зависит от уверенности в себе. Но вы можете быть в себе уверены, что вы, например, там, красивая женщина, да, там, или сильный мужчина, это денег не даст. То есть именно в вашей экспертности. Вот. И насколько вы верите в себя, столько вы и зарабатываете. Поэтому рекомендую тоже вести дневник. Хвалить себя. Да, то есть каждый день писать: я сегодня молодец, потому что, и хотя бы 5 вещей, что вы сделали хорошо. Это невероятно поднимает самооценку. Вот. И пишите это так долго, пока у вас не увеличится денежный поток. Ну и последнее про отношения с родителями. Я думаю, тоже я не открою для вас тайны, если я скажу, что отношения с папой, с мамой, если их нет, если они заблокированы, то это тоже блокируется ваши деньги. Вот. Так, какие сегодня будут вопросы? Я просто не успевала весь чат читать. Вот. Может быть, я на какие-то вопросы не смогла, не увидела параллельно. Я его забила. Кого? Кого его? Я забыла. Чат. А, чат. Да, да, я не успевала. Что-то перекрывалось. Девочки и мальчики, есть какие-то вопросы? У нас 31 числа начинается новый курс. Там будет очень много. Я в чат выложу, какие темы там были. Вот. Насчет, если отца не было, как это влияет? Плохо это влияет. На самом деле это плохо, потому что папа – это наши деньги. Вот. Действительно, ну, в смысле не было. Он так-то был, собственно, да? Просто вы его не знали. Вот. Поэтому вам нужно просто поговорить с ним. Вот, как вам сказать, мысленно поговорить, поставить фантом и с ним пообщаться.
Вот, я думаю, что когда вы начнете так делать, у вас что-то начнет налаживаться. Вот, то есть вы не виноваты в этой ситуации. Вот, как оно сложилось, так сложилось. Вот, поэтому если папы уже нет в живых, то же самое делать, да? Вот. Киясаки не читала, решила почитать. По поводу Киясаки. Киясаки Киясаки. Смотрите, там надо фильтровать очень сильно. Если вы не живете в Америке, и если вы не живете в тех странах, где кредитные ставки меньше 2%, его советы не подойдут. То есть Россия, Украина отпадает однозначно. Вот. Если вы пользуетесь квадрантом денежного потока, учтите, что там есть один большой подвох. Вот. Там не рассказано, где сосредоточены все деньги. И все деньги сосредоточены не в инвестициях. Поэтому фильтруйте. Включайте критическое мышление и фильтруйте. Вот. Киясаки, он, конечно, молодец, но он молодец на своей деньги. Вот. Для нашего человека, знаете как, что русскому хорошо, то немцу нет. Вот. Поэтому нужно пользоваться нашими специалистами, нашими финансовыми тренерами, которые на наших реалиях стали миллионерами. Киясаки не подойдет, как пример. Вот. Так, какие у нас еще есть вопросы? Мы уже заканчиваем. Давайте спрошу. Людмила Москвина, вы нам говорили или у себя? Да, я тоже смотрю. Ну, если вы вдруг нам говорили, то мы не слышали. А если не нам, то и ок. Да. Нет, не вам, мне просто тут еще сидеть. Да. А мы уже обрадовались. Вот. Хорошо. Я надеюсь, что сегодня было полезно. Я надеюсь, что сегодня что-то вы для себя вынесли новое. Если кому-то захочется, приходите на курс. Начинаем 31 числа. Вот, будет интересно, будет много развернуто, будет тяжело, будет много расчетов, потому что курс полностью практический. Вот. Все, я вас благодарю, благодарю за поддержку, за чат, за активность, все. Всем спасибо большое. Спасибо. Как попасть на курс, ответит Полина. Да, да. Можно как-то вот участников, которые давайте сегодня были. Давайте секунду говорим, старт у нас 31 января, как вы только что сказали. Занятия будут проходить два раза в неделю, понедельник, четверг, 20:00 по московскому времени. Записаться можно в чате, телеграм про финансы, наверняка вы все там есть. Пишите туда о своем желании, и вам куратор с радостью ответит, я думаю. Занятия, правильно? Курса, куратор курса. Да. Всего будет 8 уроков, так? Да, всего 8 уроков. Спасибо большое, Татьяна, спасибо за активность.